пизду. Включай запись на этом моменте. Филипп. Так, давайте завязывать с этой хуйней, пошли. Сейчас вы увидите еще более нежного медведя. Ты чё жаришься? Это страшный. В смысле страшный? Ну не нравится медведь, они такие жуткие. Так, у нас один паладин, да, блять, пиздец, одна аура, ну ладно, хуй с ним. Так. И то сосредоточение. По тактике, кто-то знает, точнее, кто-то не знает. Я? Надо... Я первый раз, Морфик. И я. Три. Я тоже не Как его? На первом боссе мы пойдем, во-первых, на каждого босса нам дается по 20 минут. Мы идем по составу босса, это Killzone, Налорак и Халазик. Делаем 3 сундука. Соответственно, до каждого босса мы будем добегать мобов типа. Бежит, бегут 2 танка, соответственно, как его? Будем добегать, будем скипать трэш, чтобы не терять время. Соответственно, на первом боссе. Босс будет вешать... Сейчас я открою водитель ебаный. Статический сбой на рандомного человека в рейде. Если он вешается на милишников, так что ты набираешь рейндж с милизоны и как его... между хилами, то есть набираешь рейндж. Чтобы второй статический сбой не прилетел... Блять, неправильно объяснил. Статический бой вешается на рандомного, ну, точнее, кастует босс на рандомного человека в рейде, он получает урон и получает магический дебаф на увеличение дамага от магии природы. Соответственно, если милишников он кидается, милишники отбегают, набирают рейндж между РДД и хилами. Если в них прилетит этот каст, то и может зацепить тебя, соответственно, ты получишь второй стак или можешь сдохнуть. Потому что он кастует и бьет оно в рендже. Соответственно, где-то в рендже 4-5 метров. То есть, кто стоит близко к этому человеку, тот же получает тот же урон и тот же дебаф. Дальше. Соответственно, будет подкидывать босс. То есть, это порыв ветра. Но хилы тебя должны прохилить. Далее будут парящие орлы. На них ты внимания не обращаешь, бьешь только босса. И будет электрическая буря. Когда я буду говорить, соответственно, даже если на тебя есть дебаф, ты подбегаешь в милизону. Ну, соответственно, ты стоишь в милизоне. Стоит, говорю сбегать, соответственно, стоишь в милизоне. Если ты отбежал с дебафом, соответственно, бежишь также в милизону. Дальше. На втором боссе ты просто дуплишь босс. Ничего особо сложного. Ну и на третьем боссе, будет появляться тотем, и, соответственно, приоритет убить тотем, иначе он пошотает рейд. Второе, не надо мазать. Соответственно, бьешь босса, у босса две формы. Он превращается в... На каждая форма будет на 25% хп, то есть на 75, на 50, на 25. Он будет превращаться в другую форму и как его? Вызывать рыть. Приоритет, запомни, это убить тотемы, это на халате. Играть в рыть, рыть пропала, играешь в босс. Ничего особо сложного. То есть по тактике это все. Ну, озвучивать это все будете, да? Конечно, анонс идет. Ну, отлично. Дальше. Если не глупый, соответственно, все по тактике сделаешь. Везде подходим, получаем фласки припота. Так. И, да. Лагерь, что-то пиздец. Я, конечно, не профессионал, Алиса, но если ты... Тебе нужно чё, хоста или дикой магии? Мне давай дикую магию потестить тупо. Фасада... Мне сказали, что с хостой не профессионал. Нет, ну давай, ладно, всё, говори. А на кого на пул давать? Бобби, детка, на пул, здесь, на танк. Пойдет, купит нам Дади, сейчас. Это чтобы солнце не светило. Сейчас. Будь умницей. Чё у меня за хуйня? Не пойму, блядь. Поставьте стол у маги. Хочу кушать. Чё
что-то фризит так, меня. Среди нерыпайся, засранец, мама чего-нибудь стырит. Стырится, на каких боссов пробивать сопроты или ДД фласки, я... Что за счет? Простите, кто смотрит за малышами? Тебя фризит, потому что кто-то кидает монету Джули. Отличная няня. Да? Оставьте их так и увидите, что будет. Давай. Хоста дикой. Задум. Дикой написал. Слышал, бля, урод сказал, я тебя не так, бля, ращу. Козел, бля. Херово он так много говорит, сука. Что, бля, может случиться у фасада странного магазина, бля? Хило Жора припота получает. Бля. Да. Бля. 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 Сука твою мать, сука твою мать. Бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Раз, два, раз, два, три, бля, бля, сука, бля. Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продай. Отсыпь на забивку. Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг, долг, долг. Эй, Джанглав, е, ое, ое, ое. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, е. Чё ты горланишь? Не знаешь Джанглав? Это же полный улёт. И эту песню сам Бог написал и передал чумовейшей в мире группе, сука, бля, Тайм. Они в фильме у принца снимались? Да, «Лиловый дождь». Отстой, пидорский, 80-е говно. Засранец! Не смей катить баллоны на группу «Тайм». Я и молчаливый Боб всю свою сраную жизнь копируем Морриса, Джея и Джерома. Я двинутый на секс и стильный сутенер, а толстяк мой черный слуга, понял? Я же запретил фарцевать у магазина. Пусти, парни, катитесь толкать свою дрянь в другом месте. И на заметку. Тайм, полный отстой. Хотите узнать секрет про этого ублюдка и кретина, который стоит за прилавком? Разве ты сегодня работаешь? Не доставай меня. Что бы нам сделать с двумя этими обкурышами, что толкутся все время у магазина? Чем они еще отличились? Хочу посмотреть битву титанов, но мешают эти кретины, которые вопят про Морриса Дэя, как полоумные. По-моему, толстый особо не разговаривает. Может, про него биографию с картинками написать? Первых трех сундуков, соответственно, лут я буду брать себе в карман. Потом разролим на четвертом боссе. Чтобы не терять время. Все готовы, завожу. Че, он еще крутит, что ли? Перестал. По танкам Морфис будет танчить в основном медведь. Так что не запаривайся. Чё ты то? Так, пока он активирует. Пойду к финалу. Дживс есть у кого-то? Нету. Поставите шкаф в самолете, да? Зачем? Реагенты где купить? На друида Доларане, кто скажет? Там, где Альянс сбоку. Там, где и чародейскую покупаешь, инку. Ой, ты куда собрался идти? Я тебя маунта поставлю вот сейчас. А, ну и купишь там. Поставь тут, вроде можно вот тут кастануть. Ну-ка. Тут кастануть. Так, шипалист какой-то дикий. Тут выходим воротам. Чё он там?
Дикий шип. А, насчет долбит в этот, в бубен, блядь. Блядь, я себе эту вуда когда-нибудь выбью на ДК или нет? Все. Чё тебе вуду? Да ну мне хоть какую-то серьёзку. А я могу на чего-нибудь мамонта запрыгнуть? А то вдруг заслакаю, куда бегу. Бля, а диван только у меня, заебись. Чё охуенно. На, зелье свободы действия не дал танкам, сука. Ладно, кину потом. Это Зидум, цепляйте этого... сразу. Беса призывай только, пожалуйста. Все, агрим бьем. Чё, я думал, что убрать? Да, я думаю. Да зачем? Сейчас там. Убирать. Пусть там. Я помню, что он где-то помешал, не помню где. Поэт мешает на втором и на третьем. А и на торнадо еще вроде. В смысле не торнадо? Ну ласти. На ветерка. А, ну да. Ёпта, нихуя, я по-моему, не сел. Давайте, на коней быстрее только. Ой, ты чё тебе там? О-о-о. Ладно, за сумоним пошли. Пошли. Чё ты сдох-то, чё? Да на нём стаки были эти. А, всё, понял. Так, Алиса, готова? СС, да, не нужно. Так, погнали. Погнали, Алис. Пробегаем. Быстрее. Сдома, а, блядь. Где сдох? Блять, диван, давай поэтому. Я так думаю, сейчас нахуй. Если не лезть, то значит. Ложимся на конец заново. Тут орлы, бля, спали. Все, ложись. Все, отменяй, ложись. Так я могу резнуть, в принципе. Ложись! Не трать масс-рез. Они агрятся? Да, не загрелись. Выходим с инста, обновляем. Задумчик СС вешай на себя постоянно. Вышел? Заходим. Так, у нас шамана нет, да? Да идите сюда, чё вы там стоите? На разница какая, где? Нету. Ждать все равно, пока ивент пройдет. Так, да, я танком показал более свободу действия дам. Так. Из саппортов кинь парочку. А ты не брал, что ли? Нет. Где там Алиса?
Алиса, прием. Турбо ты уши починил? Нет, новый купил. Мажор. Знал бы ты, какие я уши купил. Турбо, а сколько тебе осколков осталось? Да, кстати, сколько осколков? 4 осколка. 46 есть. Чего? Сейчас запишем. Я спрашиваю, сколько осколков осталось. Я, короче, себе 3 штуки дано начал. У меня просто жопа сгорела, и я так неделю еще ждать, но ее начал. 3 осколка задонатил. У меня жопа сгорела, когда я узнал, что я потеряю с той СПД. А, когда я тебе рассказал об этом, да? Понял, так я не знал об этом. Скажи, лучше бы я тебя вообще в игнор добавил. Не, так не скажу. Ну ладно, ладно. Почему? Ты же бы голос изменился. У кого? А микрофон ебаный. Пошли чистить. Где Дима-то, блядь? Вот вы встаете нахуй на самый этот. Сложный филон, да? Да, номер. Фокс так. 5. Все готовы? Побежали. Танки вперед. Ой, это если чё, агри на Мишку и агри на... Давай. В дом, главное пробеги ты. Все, дивана у меня нет. Вставай. Кто на лестнице, встаем и в инт заходим. Да. Давай, масс-рез. Турбо, масс-рез. Сейчас умоньте, я вентилятор включу. Шкаф ставь, как бы я поставил. Спроты пропиваете сразу. Кого сумон плюс чат.
Стрей тыкаем. Все здесь? Сорян, засумонили? Да, я сумоню. Да, да, только пришло. Открываемся быстрее. Время не теряем, 3 минуты уже прошло. Коня только не забудь поменять. Пахнешь еще пету каску? Да, вызывай. Будет, закинь Динор сразу. Алиса в ДД. Это ты пэт только это. Или тут пэты не вызывается. Локуски. Здесь можно. Там, чек на готовность. 2к хп почти. Лишь. Все готовы? Давай. Пэта не вижу. Ренджу набрали. Странно, но я не увидел. Геру. А, Геру нет. Милишники, Ренджу набираем с мелизоны. Ренджу только между собой еще только не забываем. Дебаф спал, подбегайте к боссу. Подбежали к боссу сейчас. Блять. Отлично. Не проебался. Ренжу набрали. Алиса, давай, бомжей. Уматума, давай тоже. Что так продамаживает, блядь, жестко. А эти воры начали. Они раньше, по-моему, не... Пиздец. Это да, жестко, жестко. Не раньше били, меньше. Пассивка лупит. Сбежались. Сбежались, сбыт там. Рейндж набрали. Может, зальем? Он что, очень нормально. Тихо, не лишний зальет. Так. Уматума, я... Хоть ты ко мне подбежал-то, блять. Джонни, держите там походу. Вроде далеко. Сбегаемся. Подбежали. Я не могу, захиливаешь из пистол. Разбежались.
Сбежались. Блять, к черепу. К черепу все побежали, быстро. Сука, я сдох. Ёб твою мать, проебался. Ай, легли. Сука. Выходим, заходим заодно. Вышли с инста сразу. Я обновлять буду. Твою мать, надо было так запороть на. Давай, давай. Почему я не люблю рейлить в хиле, сука? Тех пусками столько поговорит. Да, похуй. Заходим, инст. Быстрей. Я уже запустил. Сейчас придет. Бля, что-то мне тоже чая захотелось. А у меня кофе. Да можно и кофе, ёбан. А был бы у своей, пил бы капучино. Только. Я заебался виноград уже жрать, пиздец, блядь. Так ты мне отсылай его, ёб ты, мать. Хуячу, блядь, на даче просто в этом году, жесть. 7 сортов винограда, блядь. Охуенно. Вот ты сволочь, вот ты сволочь, блядь. Просто тюма охуенная. Продавай, донать нахуй мне. Или делай винишко, слышь? Не, у меня... по-любому. Скажи мне, невинный виноград. У меня там, блядь, зеленый, здоровый, он, сука, как не знаю, как... Пиздец, арбуз. Чачу нахуй бухаю, охуяли, и все, ёбка. Не, кстати, я посажу винный. Хочу заняться вином потом. Ну вот, будешь продавать. Все, давай, погнали, погнали. Царь, давай, подбегай быстрее. Бегу, 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 бегу. Огронь держим, блять. С медвея сняли? Да, сняли. Так, давайте-ка нахуй завязывать с этой хуйней и начнем нормально проходить.
Пошли. Doom SS есть же, да? У меня диван откатился, если что. Нет, SS. Диван у меня откатился, главное добеги. Doom, давай сюда быстрее. На коней. Все, все готовы. Танки вперед. Побежали. Побежали. Быстрее пробегаем. Дум, ты где? А я ем. Все тут. На турбо. Блять. Только не говори. Успел, успел. Снимать? Давай, снимай. Масрез. Подбеги, подбеги ближе туда. Лестнет всех. Дальше, 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 дальше. Давай рез на Динамо, быстрее. На склоне. Даю. Встали. Быстрее открываемся. Таран, кинь. А? Тараночку, угу. Ой, дай мне сразу и на... Ага. Отлично. Так, всех бафнул. Шар бафни стаму, а то мне маны не хватило. Пейте ману быстрее только. Кто тут всех висят? Ча, погоди, вот. Пьем. Чек на готовность. Царь. Готов, готов, готов. Чё-то на пол. Допивал. Ренджу сразу набираем. Вдохивай. Сбегаемся. Сбежали. Смотри, Дим, если чё... Да, спасибо. Да, разбегаемся. Рейнджу набрали. Ну, что, блядь, могут проебаться. Бомжи там есть? Да. Зовите. Блять. Когда сбежимся, будет Dash BR. Сбегаемся. Давай. Бафнули сразу. Давай быстрее, Дим. Ренджу набрали. Блять, не могу справиться. Кто там полетел? Баф повесился, да? Thank you.
Сбегаемся. Бежали. Отходим. Сбегаемся. Подбежали. Отошли. Сука, третий стак на меня кинул подряд. Луба есть. Сбросил блоки. Я не знаю, мне первая вот эта вот фигня, молния вообще в саппорт ушла. Сбегаемся. Бежали. Быстрее. Добиваем. Прохиливай. Добиваем, отлично. Ждем. А, этого. Наверное, другие. Да сюда. Я себе забираю. Быстрее будет. Ой. Я не тот сделал, конечно, распределяющий, но потому что это будет долго. Да, табличка это бесит. Ого. Ну то потом я посмотрю. Все, сдохли. Умираем. Пошли, сдохли быстрее. Умираем, умираем все. Умерли, заходим в инст. А починок есть у кого-нибудь? Есть, есть, я сейчас поставлю. Зашли. На ходу бафаемся. Моба сейчас будем бить одного. Одного, еще двоих, и там, которые спрыгнут, тоже мы убиваем. Ну, в этот я на первом поставлю. Поставил, что ли? А, он. Починка есть у кого-то там, мамонт. У турбо. Турбо не слазит. Я бой поймал. Бой поймал? Да. Блять, не знаю. У меня кто-то бьет. Ля, фреш прибежал. Ну все, тебя убили, все нормально. Вставай, вставай и заходи. Бейте моба, танки, вперед. Погоди, я задумчик, да я. Двоих цеплять и сразу ищу. Бля, Алис, ты не в ДД, да? Я в ДД. Угу, молодец, я в танк спекнись. Я сейчас не могу в бою. После боя в танк спекайся. Тотемы. По целителям играйте. Так, Живса поставил на всякий случай. Там если человек будет. Бегаем, убиваем. Пиротиней.
какие еще? Какие? Вот тех вот, блядь. Метатели да. топоров? Да. Алиса в танка сейчас пекнет. Подожди, не Англи, сейчас она спекнется. Поехали. Агри, Агри. Как тебя там агрить, агрить? Вот так, они сами бегут. Вещи сделали как. Будет проще потом добежать. Да, я понял. Диван есть, СС можешь не вешать. Да пусть лучше СС пойдет. Нет, нормально. Хотя можешь вешать не себя, пока да. Блять. Еще скажи, запизделся, да? Нет. Да прошило. Просто дерфи. На коней. Где там задум? Думаю, СС вешаемся. Угу. Я запомню цель, чтобы его на него кидать. Дом красавчик, сразу. Все, побежали. Танк вперед. Побегли все. Стражники, не мешкайте. Кого вы боитесь больше? Их. Стражники, отправляйтесь туда и принесите мне их головы. Войт, выходи, выходи. Нормально все. С формы выйди, с формы выйди. Войт. Угу. Жди. Снимай. Давай, Масрис. Тём, мы босса сейчас бьем на лестнице наверху, чтоб знал. Зачем? Ну, меньше вероятность того, что в углу, понял? Вот это с хилом будет проблема. Просто так как босс стоит, перед лицом стоят, получается. С этой стороны, где сейчас показываю. Тут танки, тут все РДД. Они просто откидываются в забор, никуда не летят больше. Угу, все понял. Войт, Иннер. Ауру смени. Да, я вижу. Иди тяглить. Череп, крест первый. О, блять, Войт, прожмись. Все. Тут же можно нормальные фласки. Да, да, да. По черепу играть, тотемы сносить. Милики перед лицом медведей не стойте только. Тотем, тотем, тотем. Ребят, мы слакаем. ТМ. По черепу. Я по череву кулаков дам. Потом дам. Застанет. Кто у вас первый держит? Кто форму не держит? Будет. Форма и Винар. Угу. Давайте там на скольки давать там? Где-то 400 тысяч. Угу. Дай покушаем сейчас. Давайте быстрее.
Торпеда можно? Нежелательно. Ну, если мы наверху, наверное, можно. Наверху потоп можно. Давай, чек на готовность. Царь готов. Царь. Царь. Давай без него, он догонит. Все, давай агривать. На пол дай навай, да. Ёпта. Ой, блин. Выбирай. Прожимки свои давай. Забрал вот? Да, да. Алиса, отлично. Может, на следующей форме медведя, да, мне? Если что, кричу я гимноману. Тём, ты печать бы подкинул на босса, да и бил. Всё-то я больше хилю. На 5%. Давай, гимномано, Войд, Иннер. Угу.
стоим. Вангую топор упадет. Нет. Где мне вон? Так, умираем. Да. Почти угадал. Двадцать две минуты. Отлично. Ну на 4 вряд ли успеем, да? На 4 нереально, у нас ДПСа нету, шамана точнее. Устали, заходим. Я тебе так скажу, никто еще на 4 не закрыл своим. Кто? Джоки багом. Я тебе больше скажу, я с этим багом убил, когда они только начали. Это не баг, это чит. Просто босс ДПХается и все. К первому, да, а потом идут нормально? Нет, к первому, потом ко второму, к третьему и к четвертому. Mm. Короче, чип запоминает точки, ну, где находится, короче. Вот, забиваешь точку эту в чип, нажимаешь, и, короче, твоего персонажа тпхает вот это. Ну, я понял. Я помню, я раньше в БК в Санвелле так на боссах портился, убивал. Так, подбегаем быстрее. Ой, ночной. Я помню, когда вот только начали ходить по этой фигне, все боялись, ой, сейчас мало поспорит. Сейчас будут спрашивать, будут чекать. Медвежа никто бить. Даже ничего не... Давайте, фулл баф, а уешу. Дальше, Алиса, пробеги. Не всех собрали. Всех. Не, нормально. Все. А, вот. Раз. У нас времени до жопы, главное не обосраться. Давай следующих. Милишники подсели. Да. Ничего, чуть-чуть еще и может быть получится. Турбо, вставай, побежал. Сразу его притянули, да? Подобегай. Там плыть начинает сразу, как обычно. Бежать. Давайте побежать, давай, быстрее, быстрее. Милишники, играйте через укротителя, остальные ешьте. Данные мы также прописываем.
сколько так стоит? Медвея забери. Да нет, там сетка. А, на полкрытии прям, давайте. Не кастует стан, она будет прохиливать. Турбо бафнули. Турбо МК кинь. Олеся чуть-чуть вперед побежала, как до всех остальных. Через череп. Подводи туда вон. Милишники через череп играете. Каз затыкайте или стан давайте. Станом стыкается. Патро. А тактику на босса можно сказать? Ничего сложного, стоишь, кидаешь. А. А. Не отвлекайся. Укротитель одолейте. Это черепок. Не вставать или реснить? Реснить. У тебя СС не было, надеюсь? Да, он КД прошло, есть СС снова. Сейчас. По времени мы успеваем. Главное, двоишки. Все, стоим, дальше не идем. Не надо дальше идти. Говорю, стоим, дальше не идем. Чего вы подходите? Сейчас загрим рыси, блядь. Опять будем нахуй их заливать. Время 15 минут. Цель свешена сейчас сразу. Кто все садится кому-то? А сейчас мана. Давай, вешай. Давай, прыгай кому-то. Есть. Да хиль. Резаешь пистол. Час, 15 секунд. Че, в одного танка или нет? В двух. Да похуй, мы успеем. Лучше в двух. Так. Сейчас я прохиливаюсь. Готовьте зелье свободы действия. Танки пинцы. Так, я прохилился. Это есть. Пропили. Сели на коней, побежали танки. Мы за вами. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, вперед, беги. Угу. Пробежал ты? Да. Да. Отлично. Поднимайся, масс-рез. Подбегаем сюда. Рыбу поставил, пушим. Баф раздаем. Бля. Чё, я на боссе пустые? Да, да, да.
Сейчас я отпиваю ману. Так, поставлю пока сосредоточение, там посмотрим, я перевешу на огня. Так, сейчас допиваю. На готовность. Ну, а в танке или вот это? В танке, в танке. Рыси будешь хватать, Алис. Все готовы? Отчет на пол заводи. Давай, давай, вперед, пошел. На пол, Морфис, на Вайда, пожалуйста. Все, убьем. Тут гарбу можно? Не, нежелательно. Нет. Ну что она может ебануть на этот, на трэш, мы просто пойдем 37 душ. У меня так и было. При перефазе она тупо слетела с босса и полетела в трэш. Я их затанчил. Ну да, мы тогда добивали. Нормально, чё? Я захилил. А может мы в рысь будем играть? В рысь играем, тотемы сносим. Тотем. В рысь играем. Не по боссу, а в рысь. Могу резнуть его. Можешь шотнуться просто. Да не, не шотну. Пул прожимки дай. Пробуй. Тотем. У нас леста мало. Бафните сразу теста. Крит бафать. Сколько там процентов у него? 60-70. Где-то на 52 скажет он. Алиса, дашь прожимку. Сколько? 52. Давай, Алиса, прожимку быстрее. По рысь играем. В рысь свечимся. Быстрее. Смотри. Шарписту. Дашь на себя дух. 30% босс. Скажи, когда? На 26. Щель держи по себе постоянно. Я держу. И когда стукнет, можешь гибнуть, кто просто зачитать и все. Скажи, когда давать процентов нет. Я скажу дух и сразу гибну. Пока до 3% еще. Да, я на нем буду этот держать щитов на себе случай. Ну я мист кликнул, уже дал духу по себе. Убью его. Я выжил его, по идее. Давай, читай. Нормально. Читаю. По рысь играем. Все в рысь. Она 40 тысяч. Тем. По боссу. Следим за тотемами. Уже не будет перефаз сейчас, можно? Нет. Гарг? Нет. Гаргу не надо. Лучше не стоит. Ну что может схватиться, мы просто вайпнемся. Тотем. Да, он наманул. Еще 8 минут.
Но вот был бы шаман, в принципе, третий сундук можно было пробовать. Четвертый, да. То есть у нас бы минут, наверное, 10 оставалось бы. Кольцо на танк. Да ладно. Блять, у меня много таких предметов. Будет скину тебе. У меня много таких предметов. Ну, оно с блок-щитом, сам понимаешь. Так, пошли умирать. Но мне не надо. Умирать не обязательно. Да, умираем. Там надо трэш-чистить. Умерли быстрее, зашли, там трэш почистим, добежали, пробежали. Пошли уже босса бить. Вот, все, времени. Все умерли? Да. Бой никто не зашел, не схватил? Нет, вроде. Сразу мамонта дайте починиться. Задум хочет перерыв. Задум, давай на той стороне уже. Ну, на той. Я ж не спорю, мы сюда делаем на той. Мы там трэш будем чистить, и отойдешь заодно, чтобы не терять время. Давайте бафаемся, побежали.